Год назад ты накричал на меня и покинул отцовский дом. А сегодня ты врываешься в отцовский дом с оружием? Отец, сколько раз говорить? Мы на верном пути. Вставай! 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 Зачем все это? Кто вам дал право решить судьбу людей? Они не люди. Вы так называете всех, кто не согласен с вами? Я тоже не согласен. Ну, может, ты и меня убьешь? Стреляй! Ну! Стреляй! Год назад твоя мать просила тебя, умоляла не уходить из дому. А ты? Ты даже на ее похороны не пришел. На похороны родной матери. Вспомни, хоть раз она тебе сделала больно, а ты сделал. И он сделал для своей матери больно. Не для этого мы тебя растили. И что же мне делать? Начни новую жизнь. Твоя война закончилась. Не выносите спешных приговоров. Не присуждайте наскоро наград. Чтоб не краснеть, чтоб избежать укоров. Когда в пути оглянетесь назад. И мужество должно владеть собою. Кто тороплив, кто ветреней молвы, тот без коня вернется с поля боя. Или верхом без глупой головы. Прости меня, отец.